В Ульяновске продолжается реконструкция театра юного зрителя. Часть работ уже завершена, а оставшиеся планируется завершить до июля 2023 года. Строительство здания театра юного зрителя вышло на финишную прямую. После демонтажа старой постройки в 2021 году возведение нового объекта начали практически с нуля. Все это время подрядчики шли четко по плану. Многое уже сделано, основные работы ведут внутри помещения. Работы проведены по наружной сетям канализации, газоснабжения, отопления, водоснабжения. Сделаны работы по остеклению периметра. Сейчас выполняются работы по установке в дверных проемах дверей. Оконные блоки установлены, витражи установлены. В ближайших планах завершить черновые отделочные работы, смонтировать сцену, установить внутренние системы канализации, водоснабжения, отопления и электрики. Все этапы организации работы регулярно проверяет прокуратура. Сотрудники контролируют исполнение трудового законодательства и систему закупок. К примеру, сейчас идет проверка соответствия выполненных работ проектно-сметной документации. В данный момент с привлечением специалистов мы вышли на объект. Истребована проектно-сметная документация, она изучается специалистами. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. В новом здании театра предусмотрены большой концертный зал на 300 мест, несколько гримерных и помещений для репетиций персонала. Завершить строительство планируют до 1 июля 2023 года. А пока театр юного зрителя работает по адресу улица Спасская, 10. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.